Привет всем! Сегодня вы открыли сегодняшний календарь. И сегодняшняя карта выпала в завершение. У нас у всех есть какие-то дела. Или достаточно большое количество дел. Иногда мы их не доводим до конца. Вот чтобы научиться и быстро доводить свои дела до конца, завершать их и наслаждаться результатом, и либо отпускать результат, что очень важно, мы будем учиться этому сначала в медитации, а потом уже в жизни. Итак, сядьте, пожалуйста, ровно. В некоторый момент времени примыкните к этому состоянию покоя и равновесия. На вас опускается прозрачный луч энергии голубо-белого цвета. Примите ее и войдите в нее. Этот столб энергии, этот луч перенесет вас к вашим событиям, которые вам необходимо закончить. Стоящая напротив энергия голубо-белого цвета дает вам последний пазл, чтобы вы выложили свою мозаику, свой пазл и закончили начавшиеся проекты, какие-то интересные дела, творческие работы, легко, с энтузиазмом, и получили результат. Смогли порадоваться этому результату и отпустить его. И начать складывать новый пазл. Встаньте в свое поле, где вы что-то строите. Может быть, кто-то видит другие картинки. Это абсолютно не важно. У каждого идет своя информация, и каждому идет своя картинка. Важно, что вы видите себя в этом светящемся поле. И вам энергия в руки передала что-то, чего вы, может, сейчас не осознаете. Чисто по интуиции поставьте это, внесите это в свое энергетическое пространство.
того недоделанного. Что вы собирались совершить? Ставьте его как в пазл, в эту картину. И то, что вы раньше, может быть, не осознавали и не понимали, посмотрите, вам проецируется картина сложенного пазля. Увидьте ее, осознайте. И как бы вдохните в себя как энергию голубо-белого цвета, которая идет прямо в ваш третий глаз, место между двумя бровями. Как струйки воды или энергии. Как молнии. Почувствуйте это на физике. Глубоко вдохнув в себя. Отпустите эту картину, пусть она состоится. Пусть она улетит и сама решит, быть ей или не быть. Глубоко вдохните в себя. И выдохнув, откройте глаза. Вот такая замечательная медитация на сегодня. До следующего раза, до следующего дня. С вами была Ольга Тюрьме, Лайтланд. Пока!